Поставлена задача по подготовке избирательных участков и организации работы пунктов приема заявлений от избирателей, желающих проголосовать по месту нахождения. Избирательные участки должны быть оборудованы веб-камерами для трансляции процесса голосования в режиме онлайн, а жители проинформированы о дате и месте голосования. На 1 января в Анапе зарегистрировано 137 993 избирателя. Выборы будут обеспечивать 75 участков. Комиссии приступят к работе 15 февраля, за 30 дней до дня голосования. 75 комиссий у нас не увеличились. Что важно для вас знать? Границы избирательных участков у нас не изменились. В одном лишь только случае перенесен центр избирательного участка в поселке Пятихатки. Мы перенесли в кадетскую школу по вашей просьбе. Полный список избирательных участков с указанием адресов будет опубликован 30 января в газете «Анапское Черноморье».